Стишки для Деда Мороза. Часть третья. Все ушли. Мурлычет кот. Сон приходит снова. Что такое Новый год? Два волшебных слова. И уже готов ответ. Это хвойный запах, серебристый лунный свет на еловых лапах, невесомые шары с сахарной обсыпкой и мерцание мишуры полудрёмной зыбкой. Это яблочный пирог и подарков груда, это сказочный порог, за которым чудо. Новый год стучит в окошко. У окошка дремлет кошка. Дети елку наряжают, маму с папой поздравляют. Дед Мороз спешит к детишкам, и девчонкам, и мальчишкам. Он подарки раздает. Вот что значит Новый год. Снежинка села мне на нос, хитрый задала вопрос. Что за сказочный герой? Красный нос, мешок горой. Я не маленький ребенок, знаю я еще с пеленок этот простенький вопрос. Это Дедушка Мороз.